Подготовка ко второй сельскохозяйственной переписи началась еще в 2014-м. В планах организаторов опросить 336 сельхозорганизаций, более 1000 крестьянско-фермерских хозяйств, 157 тысяч личных хозяйств и более 200 некоммерческих объединений граждан. Эта цель установлена, значит, для формирования официальной статистической информации о состоянии сельского хозяйства, да, на конкретную определенную дату. Первая сельскохозяйственная перепись прошла в 2006 году. За 10 лет многое изменилось. От внешнего вида заполняемых бланков до формы самих переписчиков, в арсенале которых появились удобные планшеты. Теперь обработка данных проходит гораздо быстрее. Программа производит формально-логический контроль. То есть она суммирует площадь, да, суммирует, допустим, поголовье. То есть это не нужно делать переписчику, который заполняет вот машиночитаемые документы. По поводу конфиденциальности данных, уверяют организаторы, можно не переживать. В бланке свои инициалы оставлять не нужно. Переписчик будет все записывать со слов респондентов, никакие документы тоже не понадобятся. С помощью полученных данных государство намерено поддерживать слабые места сельскохозяйственной отрасли, а также бороться с равнодушием и некомпетентностью чиновников, от которых зависит поддержка этого сектора отечественной экономики. Полина Харченко, Николай Шунков, ЗапТВ.